Всем привет! Сегодня я расскажу о нашей универсальной камере AVS-307 CBR-995. Камера имеет компактный дизайн и может быть установлена на любую плоскость. Камера может работать в двух форматах AHD либо CVBS. Разрешение сенсора 1280 на 720 пикселей. Имеет влагозащиту IP67. И угол обзора составляет 170 градусов по горизонтали. Кроме этого, у камеры есть статические парковочные линии, которые можно отключить. И также можно поменять формат с прямого на зеркальный. Давайте теперь перейдем к комплектации, и потом я покажу качество картинки. В комплекте AVS-307 CBR-995 идет сама камера на кронштейне. Два разъема, один для картинки, второй для питания. И также три петельки. Они нужны для трех функций. Фиолетовая петелька для смены формата. Зеленая петелька для отключения парковочных линий. То есть, если вы хотите отключить парковочные линии, то петельку надо перерезать. И также белая петелька, она нужна для изменения зеркальности камеры. Также видеопровод с активационным проводом красненьким и провод питания плюс и минус. И также винтики для монтажа камеры. Комплект достаточно небольшой. Кроме этого, послабив винты на кронштейне, можно изменить его позицию. Либо снять кронштейн полностью, если вам так будет удобно. И вот мы подключили AVS-307 CBR-995 через 4-пиновый переходник. Также инструкцию по подключению вы сможете увидеть на экране. Как я ранее говорил, угол обзора 170 градусов по горизонтали. Есть статические парковочные линии, которые можно отключить. И тип передачи картинки зеркальный, что тоже можно изменить. Качество сенсора 1280 на 720. Разрешение сенсора, точнее. Кроме этого, есть активационный провод, который поможет вам при включении задней передачи. Камера автоматически будет появляться на экране. Саму камеру вы сможете найти на нашем сайте, ссылка будет в описании, либо на всех доступных маркетплейсах. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях, либо позвонить нам в техподдержку. Всем пока!